Нередко приходится сталкиваться с мнением, что монтажные комплекты на основе RTL-клапанов и сами RTL-клапаны являются полноценной альтернативой насосно-смесительным узлам. Разберем этот вопрос немного подробнее. Принцип работы насосно-смесительных узлов следующий. Поток из котлового контура смешивается с потоком из обратной линии водяного теплого пола. Благодаря этому в полы подается уже теплоноситель с постоянной оптимальной температурой. И эта температура поддерживается в течение длительного времени. Принцип работы RTL-клапанов и монтажных комплектов на их основе иной. В контур теплого пола поступает теплоноситель напрямую из котлового контура. Температура этого теплоносителя существенно выше оптимальной. Далее этот теплоноситель в петле запирается и остывает до тех значений, которые мы выставляем при помощи регулятора прямого действия. Как только теплоноситель остывает, клапан открывается и цикл повторяется. Очевидно, что при такой схеме работы вероятность поддержания постоянной комфортной температуры напольного покрытия крайне мала, в отличие от насосно-смесительного узла. Поэтому решения на основе RTL-клапанов применяются исключительно в помещениях с временным пребыванием человека. Прежде всего, холлы, прихожие, санузлы.